Первая команда. Андрей, группа Б. Давай туда. Партнер. Партнер. Так, Егор, у тебя сейчас работа будет нахуй. Телефон свой доставай. Будешь записывать группа А, группа Б. Окей. На раз запустил? Да. 40 человек. Блять, вот видишь, вот так даешь нахуй. Нахуй вы так снимаете, блять. Вот я снимать буду сам. Ну да мне, я буду рассказывать же. Ну давай рассказывай. Да зачем? Мне так непривычно, я вот так хочу снимать. Давай рассказывай. Дай мне. Уже 3 человека рассказывай, давай. Дай мне, я буду рассказывать. Не, давай. Да мне, я вот так буду перед собой держать, рассказывать. Рассказывай, мозга не еби. Давай. Да тебе что, жалко, что телефон дать? Рассказывай, да. Моралеос. Мара. Давай, я тебе напишу. Плева бы зайди, да, смотри. А что, запись потом будет в контакте, что ли? Да. Все, заебись, живем. Влог. Ты что так влог себя хуёво ведёшь-то, блядь? Пиздец, блядь, ебать хуёво стало, блядь. Думал, да рейджа-то заеб... Там всё заебись начиналось, потом Егор ржёт, блядь. Пиздец, нахуй. И барсук его в жопу ебёт. Нерв защемило, нахуй. Я заебал. Да ты заебал мозга, не еби, какая разница-то? Фронталка хуёво будет, понимаешь? Потому что интернет, блядь. Да ты пизди заебал, что ты делаешь. Так, здравствуйте, скажи. Так, здравствуйте. Сейчас мы разыгрываем. Это не мы? Это твой? У меня таких телефона не было. Это чей? Мой. Твой? Ой-ой-ой! Покажи голову. Он потом не его отдаст? 22:00, начинаем. Жеребёвочку. Анна, Настя! Ай, ракета-ката! Вали-вали! Так, мы находимся у партнера нашего чемпионата. Кальянная история. Это у меня дома. Все приходим. Самые дымные кальяны. Кто подключился? Братан, 3 человека. Заебись, живем. И то, наверное, там Марат читает. Так, Ренас. И твой наркотик. Твой наркотик, девушка. Так. Так, Газпром и Лабга, значит, что у нас здесь. Ебанутый, блядь. Ты меня снимаешь? Газпром и Лабга здесь. Так. Ждем еще народ, еще должны подсоединиться. Не зря сегодня люди скачивали. Так, Рина 21. Хорош, Рина 21. Хорош, Ринас. Хорош. Вот твоя. Энергомашу, привет. Твоя будущая команда, Ринас. Хорош. Какая типичная Лабуга. Так что, Ренат, сейчас однодневный турнир заканчивается, сразу же ты приходишь к нам. Футболку держишь? Так, пишем, не стесняемся. Новые люди, кто в команду приходит, проходят через поджопнички. Как извините. Так, он вот так отправил, короче, вот такие. Ок. Заебал. Еще что-то отправил. Четвертый микрорайон на связи. Ты, блядь, нас снимаешь? Сразу. Ну пока, да, я вот футболка. Четвертый, пацаны. Рудиска. Хорош. Ей 2179. Так. Хорош. Рука мечет, блядь. Джомик какой-то. Так. Кто заходит, пишите, кто это. Чтоб я знал. Три. Да, блядь, кого тут знакомый тебе будет. Не, зачем? Может, команда. Хорош, 2 человека. Хорош. Не, ну просто удалять не будет трансляцию. Те, кто захочет, да, давай снимем в группу. Не, сейчас зачем? Я же сегодня просил же людей, чтобы они скачали. Алмаз Гафуров скачал. Потом этот Рустем скачал. А мы что, на что скачал? На Монтрол, что ли? Ой, бля, не Рустем, не Рустем, Руслан. Андрей. Руслан? Да. Это же Fast Five. Так. Бля. Ты, бля, заебал меня только снимать. Что ты Руслан написал, а это норм, когда у тебя ни слайд-шоу, ни звука, ни видео. Вот он бомбардир однодневного турнира. Лоськов. Макс Камер. Помните наш? Ну там Кама тоже может зайти. Короче, вчера этот болельщик открытый разговор с Локомотивом был. Лоськова заявят, короче, ну, на матч заявят, и он 400 матч сыграет, рекорд побед. Сейчас дела порешают, короче. Сейчас подождем еще 2 минутки, какие, начинаем. Выйдет, короче. Может быть, матч с ЦСКА, короче. В дерби. Хорош. 400-й матч. Так, Ремиль, достанем вот эти, как его. Мы покажем сразу же наши. Так. Откуда мы будем доставать? Ничего не подмешано, все одинакового цвета.
Все честно, ничего не подмешано. Давайте начинать. Сейчас. Пора уже. Я примерно знаю, кто с нами будет уже. Ну вот ты как думаешь, кто с нами будет? Star 2 Galaxy. Ну может газовики, да? Star 2 Galaxy. И бля. Ренас. И Fast Five. Не на вылет. Турнир будет проходить этот. Две группы по 4 команды. Две команды из группы выходят и крест-накрест играют. То есть нужно как минимум 2 матча выигрывать, да? То есть вначале групповой этап, потом полуфинал, 2 полуфинала, матч за третье место и финал. С 8 часов начинается турнир. Ну, не переживайте, 8 часов у вас игры не будет, если вы не выпадете на типичную лабугу. По 10 минут, да, 10 минут тайм. То есть, ну, на игру, в общем, будет 30 минут уходить, там, с разминкой, с перерывом, по 30 минут. Также будет по всем, ну, мини-футбольным правилам. Только, ну, единственное, что мы изменили, это пробивание фола, будет пробиваться пятый фол. Не шестой, как обычно, а пятый. Шесть человек уже нас смотрит. Пять уже. Так, ну Газпром, мы вообще засуем. Будем всех одинаково судить. Так, это кто написал сейчас? Ломик. Спартак чемпион. Хорош ЦСКА чемпион. Не чемпион. Ломик, это ты кто? Реал Мадрид. А, Fast Five, все, отлично. Так, Алмаз еще Гафуру должен был. Фиг знает, подсоединиться или нет. Право. Ну давайте начнем видео все равно. Этот. Просмотрит это? Да? Видео, да, видео будет в группе. Мы это делаем для того, чтобы все было честно, чтобы потом никто ты не сказал. Хуйню, сейчас. Я пока рассказываю. Чтобы никто не говорил то, что мы подмешали что-то, или все будет честно. Все будет за... Вот Алмаз вроде зашел Гафуров. Все будет в рамках правил. Ну что, начнем нашу жеребьевку. Начнем. Марат, снимай ты. Начнем мы с группы А. Нет, давай бумажку, я буду вставать. Начнем мы с группы А. Первая команда в группе А будет. Типичная лабуга. Ебать, хорош угадал. Первыми. Типичная лабуга. Это группа А, да? Я, кстати, хотел, чтобы мы первым выпали. Чтобы мы были в группе А. Куплено. Так. Теперь это первое. Достаем первую команду в группе Б. Стар 2. То есть мы достали уже две команды. Кто пишет? Группа А, типичная лабуга. Группа Б, Стар 2. Группа А, вторая команда. Ну они же вот куда ложат. ВК Кама. Включите гимн Лиги Чемпионов, блядь. Так. Вторая команда, группа Б. Она попадет к команде Стар 2. Это ФК Кулер. Давайте Galaxy, это группа А. Третья команда, группа А. Galaxy. Напомним то, что в ней типичный лабуга ФК Кама. Факел. Представитель Факела сидит у нас. Рачком, Егор Кая, нахуй, рачком. Третья команда, которая попадет к Стар 2 и ФК Кулер. Galaxy. Заебись, не со мной, пацаны, бля, охуенно. Так, у нас остаются две команды. Две команды, какие? Ильшат Салам пишет, бля. Газпром и... Кто у нас еще остается-то? 16-бит. И Fast Five. Так. Последняя команда в группе А. Fast Five. И... Четвертая команда. Бля, возврат денег есть. Газпром и Елабуга. Они равные группы. Нормально. Да. Напомни, давай. Получилось равные группы. Еще раз повторю, группа А. Типичные лабуга, ФК Кама, Факел, Fast Five. Группа Б, Стар 2, ФК Кулер, Galaxy, Газпром и Лабуга.
реальной группы. Так, еще раз повторюсь, то, что матчи начнутся с 8 часов, группа А будет. Или давайте я у вас прошу, как сделать в перемешку, то есть группа А, группа Б, или вначале сыграть группа А и группа Б. Давайте ваше мнение говорите. Перемешка, да? Угу. Еще. Давайте, давайте, мнение, мнение, 8 человек, ваше мнение. Без разницы. Но мне кажется, чтобы интерес был, чтобы не... А то этот... Сыграет в начале группа А, две команды уйдут, только две команды останутся. Лучше перемешку делать. Все отлично. Матч начнутся с 8 часов, не переживайте. Первый матч типичная Лабуга будет. Типичная Лабуга. Факел, 8 часов. Остальное расписание вы увидите чуть позже. В нашей группе. Также, если есть вопросы, говорите свои вопросы, ответим. Первый тур. Вы против Galaxy. Да это потом скажем, что так. Пишут Руди Сурот. 50. Чего ебаный? Я охуел, что ли, блядь? Чё? Чё, блядь? В смысле 4 игра. Правила, пожалуйста. Правила мини-футбольные, еще раз повторю. Все будут мини-футбольные правила, потому что стартует новый сезон в Лабуге. Будет подготовка к новому сезону, только это другой лиги. Также будет в конце, после финала, будет награждение призеров. Лучшего бомбардира, лучшего игрока, лучшего вратаря, лучшего защитника. И также за первое, второе, третье место будут призы. Наш главный приз 2500 рублей за первое место. Да, по одному матчу, потому что, ну, все-таки однодневный, по одному матчу в группе будет. Примерно рассчитываю с 8 до 5 все провести. Да, две команды выходят крест-накрест друг на другу. Так, я не рассказал, правила все будут мини-футбольные, только будут исключения, будет пробиваться 5-й фол, а не как обычно 6-й. По 10 минут тайм, 2 тайма по 10 минут будет. В общем, на игру будет уходить 30 минут со всеми, с разминкой, с перерывом. На команду будет уходить 30 минут. Да, 5 на 5, мини-футбольный, 4 в поле, 1 вратарь. То есть манишки все будут, у кого есть форма, форма приветствуется. Также, может, чуть попозже мы сейчас обсудим, мы не обсудили, по количеству желтых карточек будет ли будет дисквалификация. Чуть попозже все будет еще раз в группе написано, все команды будут написаны, и также будет расписание в группе. Мы сидим у нашего партнера, у нашего спонсорского партнера нашего однодневного турнира «Хука Астория». Судьи будут Ильнур Гильмулин, Соловьев Игорь, Разов Рамиль, Мингазов Ильшат, Гафуров Алмаз. Возможно, еще кого-нибудь судьей возьмем. Сергей Карасев, РФПЛ. Сергей Карасев. И этот наш гость из Шанхая. Из Бурятии. Пак Джи Сун. Вопросов больше нету? Нет. Друзья, покажите. И Шатосик, задавай вопрос. Спартак ЦСКА в октябре играет. В конце октября. Зенит ЦСКА еще в этом туре вроде, нет? Ой, Зенит Спартак. Пьянь. Ну все, раз вопросов нету, по существу мы заканчиваем нашу трансляцию. Трансляция это будет в группе, вы еще раз можете ее посмотреть. Давай, мейкадинг. Ой, Magic Mac. Это кто, кстати, Magic Mac? Алмаз это? Алмаз. Алмаз. Ай, был же какой-то алмаз же еще. Два аккаунта, значит. Все понял. Давай, Алмаз, вопрос, слушаю. Сердечки ебашь. Так.
Так, по поводу времени на передышку. В смысле, между таймами? Команда между матчами, разминка. Ну да, конечно, мы для этого и делаем 30 минут между играми. По 10 минут грязного времени будет. То есть мяч никуда улетать не будет. Мячи будут, мини-футбольный мяч будет. Ну, 1-2 пока не знаю. Но если есть мячи, приносите. Лишние не будут. У «Газпрома» хороший мяч. У «Газпрома», говорят, хороший мяч. Ой-ой-ой-ой-ой! У «Газпрома» огонь пишут. Ты занесёшься, если... «Газпром», ждем, значит, от вас мячик. Вот это гол, блядь! Но я не знаю, зачем много мячиков, если есть один, есть только на команду, чтобы там потренироваться между играми. Матч «Кулер Стар 2», сколько игра? Поправишься, нет? В 9 часов. Можно подавить не больше. 8:00, 8:30, 9:00, 9:30. У нас нужен один оттянутый, чтобы был. Нападающий такой, чтобы на острие. Ты под нападающим играешь. Ты, Хасан, а нужен один оттянутый, чтобы был. Так, ты наш тактику не говори пока. Все, спасибо, 8:00, приедем судить. А, да, Алма, кстати, это к 8:00, приди судить и пиши «Ламгу факел». А этот будет, нет, Олег, или как он там будет? Романов? Да. А, кстати, его, да, можно. Да, что по массу сую против факела, с Лярой... сами все сделаем. Ляра за нас играет же? Кто пишет? Алмаз. Да, за типичку. Ты состав не видел, что Ляра за нас теперь? Романов со мной в команде. Ну вот, он тоже будет судить. Да, да, да. Все, все, отлично. Алмаз, свистки не забывайте свои. Свистки, желтые карточки. И со спиной. Желтые карточки у меня. Погори со мной. Алмаз, завтра погорю. Ой, послезавтра погорю. Ну все, на этом мы закончим тогда нашу жеребьевку. Потерял свисток. В чемпионе, в березке. 40 рублей. Улярочи по дешману. Еще раз показываем матчи, остальное все будет в группе. Все, всем. До свидания.